попробуйте. Да? Удивительно приятное ощущение. Совсем не концерт, а какая-то веселые танцы на ярмарке. Очень удивительно. Днем причем. Полное счастье. Так что вы можете танцевать себе. Звали Сурьин Таганс, и он служил почтовым смирой. Женщины несли свои тела, как ножи, когда он шел со службы домой. И как-то ночью он стал глядеть вниз, его не углотал в него сон. И он сказал: я не знаю, что такое грехи, но мне душно здесь, пора будет парусный флот. Они жили в полутемной избе, в которой нечего было стечь. Они следили за развитием легенд, просто открывали двери в печь. И каждый раз, когда король был прав, и ночь подходила к ней в ров, королева говорила: подбрось еще друга, я люблю тебя, там идет парусный флот. Сделай то, что хочется сделать, спой то, что хочется спеть. Спой мне что-нибудь, что больше, чем слава, что-нибудь, что больше, чем свет. И может быть тогда откроется дверь, и звезды замедлят свой ход. И мы встанем на пристани вместе, зажжем сталки, глядя на парусный флот.